Всем доброе утро. Я сегодня пришла первый раз посмотреть, что здесь продают в этом магазине. Это строительный магазин, называется он Декора. И это латышский магазин, представленный здесь у нас в Эстонии. Магазин довольно большой. Пойдем посмотрим. Я не знаю, разрешат мне тут снимать или нет. Буду снимать, пока не остановят. Здесь такая все морская тематика. Ларец для сокровищ. Еле нашла этот магазин, обошла полгорода. Оказывается, проще было с другой стороны зайти. Там капитан какой бравый. Это вообще строительный магазин, и для дома разные предметы. Чайник керамический у меня такого типа был. Недавно поменяла его на другой. Слушайте, голос никак не может нормально восстановиться. Вон какие чайнички маленькие. Кофемолка ручная. Баночки всякие, скляночки. Кстати, мне карниз нужен новый. Может быть, здесь что-то будет. Может, нет. Ой, обоев сколько? Мне уже не надо. Часы. Yeah,
к Пасхе такой цыпленочек. Разные предметы для дома. Мебель садовая, можно на балкон. Какие светильники. Очень много всяких светильников. Эти какие торшеры. Вот тут все строительное, розетки разные, тройники, кабели разные, все, что хочешь. Очень много разных рамочек для фотографий. Разных ваз на любой вкус, любого размера, любого цвета, любой формы, какие хотите. Камушки декоративные. Тут мои сошки любимые, которых я коллекционирую. Тема ваз продолжается.
такая тяжелая. А это такая внушительных размеров ваза, но очень легкая. Видите, какая, какие цветы. Они такие темно-темно-бордовые. Это все для домашнего декора предметы. Маленько. Какая шкатулочка красивая. Здесь снова продолжаются вазы, целые ряды разных вазочек, больших, маленьких, стеклянных, керамических, глиняных, всяких-всяких разных, и подсвечники. Смотрите, вот это тоже подсвечники. Вот такие. Написано, что это такой бокал стеклянный. Это подсвечники. 3,33 стоит такой подсвечник. Это все подсвечники. Цены разные от 2. Вижу 7, 4. Разные цены. Ну и свечки, конечно. Тут очень много всяких без запаха. Смотрите, какие. Вот такая 6,74. Разные ароматические масла. Вкусно пахнет здесь. Yeah.
тоже подсвечники. Вот смотрите, какая большая банка. Там свечка с запахом зеленого чая. Вот жасмин. Жасмин почему-то не пахнет. Может быть, когда зажигается, тогда пахнет. Очень большой магазин. Всего-всего тут. Салфетки разные. Так, ой, ветер какой, не знаю, как встать, чтобы можно было говорить. Была я в этом магазине декора. Ну что, посмотрела, все там есть для дома, как можно дом благоустроить, как его декорировать с помощью каких-то красивых деталей. Вот, очень много всякого строительного материала, предметов бытовых разных, от карнизов, обоев, краски, ну все, что нужно, сантехника, бытовая химия, все есть в этом магазине. Ну, не скажу, чтобы прямо так уж глаза разбежались. Они такие строительные магазины у нас, ну, все, в общем-то, одинаковые. И ассортимент, в общем-то, не сильно отличается друг от друга. Вот. А магазин сравнительно недавно открыт. Может, пару лет, может, больше чуть-чуть. Сегодня написано, там скидки большие. И вот здесь такой рекламный щит. И на нем написано, что цены как в Латвии. А в Латвии цены гораздо ниже, чем в Эстонии. Так что, если кто-то заинтересован в ремонте, то можно сюда прийти, посмотреть, раз тут такие хорошие скидки. Сейчас вот находится он в Таллине по адресу Лаки 4. Все, пришла на остановку, буду ждать.